Безусловно, мы предполагаем развитие там поселка, да, состоящего вот из тех людей, которые приобретут там земельный участок. Да, безусловно, там будут построены дороги, подведено электричество, газ, вода. На сегодняшний день я не могу обратиться за техническими условиями в водоканал, просто потому что разрешенный вид использования не предполагает подвода туда этих коммуникаций. Естественно, я как собственник предполагаю, чтобы там была центральная вода, потому что возможность такая, да, купала, физически там есть. Но документально не могу пока обратиться. Что касается канализации, на данный момент там нет коллектора, понимаете? Вероятнее всего, ну, наверное, мы обойдемся септиками, каждый из собственников. Да, именно септиками, не сливом, на грунт там, или что-то. Септики администрация не разрешает. Ну, значит, каким-то другим вопросом. Они сейчас септики все заливают. Просто когда мы будем, после того, как администрация, не знаю, откажет, либо согласится с изменением разрешенного вида использования, я смогу заниматься получением технических условий для того, чтобы подвести туда все эти коммуникации. Ну, то есть вопрос не готов. А как он может быть готов, если невозможно его решить технически? Куда запрос? Но... Давайте уже все переведем, что все было. Вы понимаете, вы немножко границу проводите между сегодняшним...